Всі 100 відоси виходять раніше в моєму сообществі в ВК. Сілка в описанні. Хорошо. 3 взорваних поліцейських машини. 4 трупа. Это прикол какой-то? Я вроде ясно сказал задачу. Съездить в магазин и купить продуктов. А вы два полуфабриката что сделали? Положили 4 полицейских, устроили погоню. А я что, должен это разгребать? Не, ну вы посмотрите, просто 2 наглые морды. Ладно, хотя бы продуктов купили. А вот это? Кто будет убирать? Я, что ли? Я вам сейчас таких тюлей дам. Мама зашла на сервер? Ладненько, кто бы это ни был, я сначала с ним разберусь, а потом уже с вами, 2 хулигана. Господи, кто там поставил ник «мама»? Сейчас у меня получит триндюлей. Стоп. Вот сейчас самое время влепить лайкос. Потому что ради этого ролика я позвал свою маман. Поэтому, пожалуйста, давайте ради моей мамы наберем 3 лайка. Она будет рада. Но я вот просто не понимаю. Может быть, ты мне объяснишь, но каким-то немыслимым чудом какой-то пьяный суслик зашел ко мне на сервер, поставил ник «мама», чтобы, видимо, прикольнуться. И сейчас по карте находится возле моего дома. Ох уж эти подписчики, блин, находят каким-то образом сервер, так еще и приколы какие-то ставят. Слышишь ты, жмых? А ну! Отошел быстро от двери! Или иначе я тебя по этой двери размажу! Я не поняла, это что за вора? Сыночек! Что? У тебя моя лапочка! Мама, это ты? Стоп, подожди! Что ты тут делаешь? Ты вообще как GTA 5 скачала? Ну я же как мама должна знать, что происходит с моим сыночком-пирожочком! Никакой я не пирожочек! Меня так не называй, если кто-то услышит, меня все засмеют. Ладно, это довольно-таки интересненько. Как ты вообще скачала игру? Ну как дела? Зашла по ссылке и скачала. Привет, ай, что тут происходит? И что это за старушается у тебя? Это... Кто? Это он мне? Молодой человек, я сейчас вас научу разговаривать. Леша, иди сюда, иди сюда. Мама, ушай, убери батон! Тихо, это мой друг! Спасай, это мой лучший! У нее батон! Леха, беги быстрее! Леша, вызывай полицию! Впервые в своей жизни я вижу, чтобы человеку угрожали батоном. Ой, Паша, сколько пыли, что за срач в квартире, я не понимаю. Завел бы уже себе какую-нибудь девушку, уже семью заводить да надо, блин, пора. Мам, ну, может быть, хватит? Это же моя квартира. И, ну да, там может быть чуть-чуть пыльно. Какое чуть-чуть? Да ты шутишь, что ли? Да там как будто 10 лет не убирался никто. Ой, сейчас я тебе все тут протру. О, боже. Все, мам, делай, что хочешь. Я пойду лучше перекушу. Маман, мне кажется, у тебя немножко... Обед тут горит. Ой, блин, ну опять ничего не успеваю. Мог бы и помочь. Ты что в реальной жизни? Что в GTA 5? Бегаешь как в попу жальную. Может, успокоишься? Сынок, ты бы лучше вместо того, чтобы трындеть, посуду бы помыл. Мне вообще-то не 6 лет, и посуду я помою потом. Молодой человек, вы... Это что такое, Паша? Это что за еда? О, это мой обед. Какой обед? Это вредная еда, и от нее надо избавляться. Мамочка тебе поможет. Мама, что ты собираешься делать? Мама, не надо! Мама! Зашибись! Кажется, на сегодня я наелся. Ну вот и все, Паша. Никакой вредной еды. Я тебе сейчас супчика наварю и покушаю. Мамочка, я тебя понял. Тук-тук! Есть кто? О, Паша! Иди сюда! Сваливай, что ты тут, мама? Ты что тут делаешь?
услышит тебя, она увидит тебя, она запердохает, уничтожит. Да я наоборот это, ну как его, извиниться, а то как-то неловко получилось, вон цветы даже купил ей, букет. А, ну кстати, извиниться можно. Мамочка, мамуль, тут Лёша пришел, он хочет извиниться. Лёша? Это тот, который меня назвал старухой? Слушайте. Ах ты, Лёша! Сейчас ты у меня получишь! Я извиниться! Иди сюда! Погоди! Лёха! Так, мама, стой! Я тебя догоню! Лёха, беги, я сейчас спасу! Лёха, беги, я сейчас спасу! Мама, успокойся! Его давно по попе не били, видимо. Лёшенька хороший мальчик! Какое хорошее! Он меня старухой назвал! Подумаешь, он всего лишь хочет подарить тебе цветы! Ага, всего лишь цветы! Вот, специально для вас купил! Такой большой букет! Только не бейте меня, пожалуйста! Ну ладно. Красивый букетик. На первый раз прощу. Я говорю, он хороший. Посмотри, какие цветочки хорошие. Да, цветочки и вправду красивые. А как вкусно пахнут. Ну, я же говорил. Вам нравится, да? Общи. Ай, будь здоров, мам. Будьте здоровы. Общи. Еще раз. Будь здоров. Будьте здоровы. Что происходит? Что с ней происходит? Общи. Мам, все хорошо? Я поняла твоего друга. У меня на эти цветы аллергия. Я не знал. Он хотел меня убить. За это я отрежу ему писю. Иди сюда. Что? Да помогите! Никому не надо ничего. Успокойся, успокойся, пожалуйста, мать. Мать, успокойся. Да не трогай моего друга. Значит так, мальчики. Эта вся ванна должна блестеть к моему приходу. Вы меня поняли? Да, мам! Да, все понятно! Я приду через 30 минут. И вот только я увижу пылинку, вам конец. Да пошла она в попу! Я не буду убираться! Вот и все! Что ты там сказал? Быстро начал убираться! Ничего не сказал, мам! Я уже, вот видишь? Убираюсь, вот... Капец, твоя мама изверг вообще! Заставила меня унитаз тут мыть! Капец! Ага! Нам трындец! Мне вообще-то не 6 годиков! Я хочу спокойно выходить на улицу! Я хочу мыть посуду, когда захочу! Я не хочу! Да! Я не хочу мыть этот унитаз! Он вонючий и грязный! Вот, кстати, насчет унитаза... Пожалуйста, помой, а то я его не мыл там полгода вроде. Какие полгода? Так, ладно, нам нужен план, как отвлечь маман. О, а вот эти два турбокруассана мне как раз-таки помогут. Слушай, Паш, а ты уверен, что этот план вообще сработает? Мне кажется, твоя мама на это не поведется. Леха, да успокойся ты. Я знаю то, что моя мама до усрачки боится собак. Так что, Снежок и Капибарыч, ваш выход. Это кто тут животных поставил? Уходите, Паша! Все, сработало! Паша! Мам, привет! Как дела? Паша, это кто такие? У тебя собаки тут ходят по дому. Надо их убрать. А это? Дезинсекторов вызывать. Это Капибарыч и Снежок. Паша, иди быстрее, пока есть время! Я сваливаю! Я не поняла. Понятно. Это кто? Это мои домашние питомцы. Домашние питомцы? Я не разрешала тебе их заводить. И вообще-то, вы должны были убирать ванную. Да нет, я с Лёхой иду гулять, а тебя оставляю. Пока! Я не разрешала. Молодой человек, стойте. Сбежал от злой матери. Ой, мамочки. Ой. Еле удрали, блин. У меня, конечно, безумная мама. Но я не думал, что настолько. Сумасшедшая реально мамаша. Не чувствую. Не, Паш, так больше не может продолжаться. Нам надо выгнать твою маму из сервера. Нам надо избавиться от твоей матери. Что? Каким образом? Ты издеваешься? Ну, я не знаю. Просто пропишем команду. Бан, мама, и все. Это кто? Ой. Что? Кто тебе позвонил-то уже? Мамочка, моя любимая. Алло, мамуль. Сыночек, быстро дуй домой. Кажется, ремешочек заждался твоей попки. Простите, женщина, до свидания. Слушай, ты прав, я так тоже не выдержу. Но подожди, как мы избавимся от моей мамы? Мы же не можем ее просто забанить. Это будет некрасиво. Надо как-то помягче. Это ж мама. Так. Напрягаю все свои извилины пакетные.
Как можно избавиться от матери? Точно! Я придумал! Это гениальный торт! Точно! Пакет на шипостанции! Стоять! Что ты там придумал? Да я просто поговорю с твоей мамой! Мне кажется, или Леха идет на верную смерть. Ой, да подумаешь, мама, одной больше, одной меньше. Вообще без разницы. Главное только, чтобы Паша об этом не узнал. И все будет как раньше. Мы жили, не тужили. А не то, что его мама приперла все на сервер и строит свои тут правила, знаешь ли. Меня целым батоном отхлестало. Вообще уже. Ну, сейчас я ей покажу всю мощь пакетного джела. Аккуратненько, главное, чтобы... Что? Снежок? Бобер? О, господи, да его мама вообще изверг. Так, она дома. Ладно, эту штучку я возьму. Оба. Ну все, маман, тебе пришел. Бам-бам. Главное, чтобы какой меня же теперь Паша никто все-таки не услышал. Не упирается. Так, она занимается своей уборкой. Это самое то, чтобы ее ударить сзади. Так, аккуратненько. Это тебе за то, что ударил меня батоном. Леха, лепеха, блин, лысая картоха, давайте быстрее, пожалуйста. Моего друга сейчас кокнут. Вау! Нифига ж себе таксисты пошли! Поставлю 5 звезд, до свидания! Леха! 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 Да как это вообще закрыть? Да, давай! Привет, Паш! Ты живой? Давай! Что ты делаешь? Ё-моё, да я пытаюсь тут закрыть, Паш! Ух, наконец-таки! Я не закрыл! А что это за машина вообще? Что тут происходит? До нашего соседа газонокосилка скосила, вот я его похоронить хочу! Стоп! Ты же хотел с мамой моей поговорить. А, так я поговорил, и все нормально. Она уже уходит с нашего сервера. Реально? Да. Так это ж круто. Ага. Стоп, а как ты договорился? Да, не важно, Паша, это у меня время соседа надо хоронить. Я поехал, давай. Ну, ладно, пакетный жмых. Ну, я рад, что все получилось. Наконец-то моя мама и Леха будут дружить. Все хорошо. Мама! Спасай! Пойди. Ах ты, пакетный пердун, ты мою мать хочешь похоронить? Останови! Паша, так будет лучше! Ты, жопостанция, блин, ща я тебя догоню! Быстрей, боже мой! Я так и знал! Так, ворота открывайтесь! Леха, стоять! Стой, кому сказал! Ты мою маму не похоронишь! Это не выход! Закрасительный маршрут! Да, остановись, вперед! Давай мы все обсудим! Мама, держись, я сзади! Ух, быстрее! Свою БМВ-то! Как ты не понимаешь, от нее надо избавиться! Нет, Леха, это не вариант! Останови машину, нет, я всего лишь... Что такое? Тебя ударю, и мы спокойно потом поговорим! Нет. Стой! Да куда ты едешь? Подожди! Ты ее знаешь с тобой, она меня будет бить потом! Леха, нет! Впереди обрыв! Мать моя, женщина, господи, быстрей! Это ж, что это вообще было такое? Надеюсь, они выжили. Сейчас бы еще и без матери, и без друга остаться. Фух. Выглядит не так уж и плохо. Оу. Ладно, беру свои слова обратно. Выглядит ужасно! Это за то, что не убрал ванную. На! Ау, да ёлки-палки, мам, прости! А это за то, что хотел убить собственную мать. На! Ау, мать, моя женщина! А это тебе за мать мою женщину. Ау, на! Да ладно, все, не буду. Мам, у меня уже Копенгаген красный. Я понял все. Прости нас. Вы собственную мать хотели убить. Тебе не стыдно вообще, а? Да, мы уже извинились. Да, Лех? Да, простите, пожалуйста. Теперь быстро шуруйте и убирайте всю квартиру. Хорошо. Все, идем убирать. Так, чебуреки, мама сказала убраться до 7 вечера, поэтому поторапливаемся. Ой. Леха, я сказал, поторапливаемся. Да я на тебя посмотрел. Если бы ты с батоном в попе ходил. А? Как можно?
больно! Пойду присяду! Это не смешно! Мораль этого ролика такова: слушайтесь маму, ребята!